чувствуется, что мы не живем полноценной жизнью, потому что все закрыто, ты сидишь дома, постоянно какая-то паника, суета, и не знаю, что тебе делать. Я здесь проучилась почти 10 лет своей жизни. И тут резко в какой-то один момент это все пропадает, и это достаточно печально. Хотелось бы, чтобы восстановили эту школу,